Вот и Lexus, который дубасил на все деньги. Ну, бампера чуть-чуть не на месте, но не страшно. Пацаны, так это все нам или что? Да. Ого! А можно мне большой и большой? Как я удачно подошел. Господи, что вы писали там? Хочу сказать всем людям, кто помогали строить трассу, они все знают. И всем хочу сказать спасибо, кто приехал, и без писюляк все решилось, настроениями. Сейчас будем награждать. Всем спасибо гостям Прилуки. Правильно? Кто еще у нас приехал? Славян. Руслану спасибо, он сам с Киева добрался на маршрутке, на попутке. Кто еще приехал? Северодонецк, да? Вова Хыжак приехал тоже. Спасибо огромное. Мы будем награждаться, не будем затягивать. Первым местом медалька за активное участие. А что так можно было? Самое главное, как это? Первый я. У меня сейчас я. Болото первый я. Я пойду машину. Я пойду машину перемерз, сударь, и хватает, перенагрузился за два дня. Награждайтесь. Так спасибо что, всем. Самый первый у нас Серега. Что? Что? На выход. Самый большой кубок. Лестницу глянь, какую ему сварили специальную. Ну, тут как интересно все. Как это? Во-первых, спасибо большое. Большое спасибо. Теперь смотри так. А что значит два бабки кого? Зачем ему деньги? У него есть деньги. Третьего давай. Третьего. Снизу с конца не надо. Скажите, пожалуйста, Lexus, который там бережно разложил. Супер! Сейчас еще один момент. Геша! Бери Сашу, иди сюда! Расскажите пока про Геша. На чем он ехал? На чем ехал? Пешком шел или что? Сузуки Витара. Они почти на руках несли Сузуки Витара. А, да, да, несли, точно. Еще и словили трак. Ура, ура, габа! Саня, все сердце. Идет, идет. Я вот тогда. Да, где-то здесь. Не свети в лицо фонарем. Не свети в лицо, то засвечивает, ни фото не получается. А теперь давайте люди место стандартное. Наливай. Потом порта закроют и увезут. Стандарт плюс, это у нас шмат серебряный.
А какая у него машина? Тойота Тундра. Тундра, да? Такого, такого, Тойота такого. Черная, черная, красивая, да? Это же мне плюс. Че плюс? А в чем плюс? Колеса большие. А в чем плюс? И на базе. На ром. И на базе. Призы меняют на еду, блин, вообще. Ох, елки, это серьезные люди. А где? Бокал на сцену. Бокал. Иди. Глянь, у него свой путь. На Тойоте. Передадите? Да я запишу, он все увидит. Было, я всем говорю. Теперь стандарт. Швед Александр и штурман Заброжный Алексей. Шушо? Ну, оп. Александр Алексей. Где? Давайте я передам. Я им покажу их призы, давайте. Ну, новой почтой потом отправлю, если захотят. Где? Ой, прости. Ого! Какая машина, ребят? Какая машина? Тигуан! Тигуан! А где Тигуан? На ТО уже уехал? Уже на лоске, да? Тигуан. Это прокатный был Тигуан, да? Или что? Соседа? Не, ну Тигуан серьезно шел, даже бампера остались. Субару? А какая модель Субару? Модель какая? Форестер. Серебристый? А, они же все серебристые Форестеры, у них друг. Ну, у них другого цвета не бывает. Давайте начнем реять за волю к победе. Потому что с третьим местом у них была разница. Секунда и чуть-чуть, минута и что-то там. Я пытаюсь. За волю к победе в категории реять. Автомобиль? Понимаем. На тюрнике. Я высвечиваю персонажа, а там уже оператор. Не, в лицо не свети, да, так нормально. Да, в диплом свети, в лицо не свети. Что? Клименко Сергеевич, из такого Александра. Или шире просто сделай, шире, чтобы, ну... А, нету. Ура!
желтая Нива, блин. Охра золотая. Которая в стоке, просто шок. Красавчик, ребят! Два кубка вверх. Ой, вот так. Нива! Какая машина? О, это УАЗ. Это УАЗ. Это серьезная машина, блин. Это, подожди, это там, где штурман вместо бензонасоса, да? Это жесткие ребята вообще. Ого! Сейчас я вам... Ну, это жесткие. О, ребята! Алло, алло! Кто-то упал! Ну не томи, давай первое место! Шипила вы, Ляшко, ну кто? Белый у вас! Белый, мои! Не-не! Жиглёр, блин! Сам если поехал, да, это белый УАЗ с компрессором мерседесовским. Круто ехали, ребята. Да, красиво. Сейчас опять интересная ситуация. Третье место в парке. Шипила вы, Ляшко. Пацаны, перебор. И опять бабки. Алло, охитите, что мне бумажку ему значит, смотри, тут есть тайный смысл. Тебе второе место, третье место. Ему первое. А что, борода с интересом? Блин, покупайте УАЗы, называется. Класс. О, кстати, про вас. Небольшое объявление. Если кто-то от вас потерял ключ, то он у меня. Он у вас. Он у вас. Он его оставил. Это моя отвертка открывать или ключом. Так, ну что? Ого, какую пачку взяли. Котлета нормальная, да. Второе место. Щукин Денис Шпаченко Станислав. А какая это машина? Витара. А, это Витара? Это маленькая Витара. Так они под землей объезжали, елки. Давайте поднимайте вверх. Молодцы! Рудев Евгений, Скачко Сергей. Ой, там ой. Скачко Сергей. Там целая банда. Что это, Тойота? А я обещал первого, да? Все нормально там, все, да. Палочка плюс, там все хорошо. Ну, а тут все логично. Человек... Два выходные провевших с нами, строивший трассы, мешавший нам работать, закапывавший... Я старался. Не свети в лицо. Это тебе. Спасибо. Ура!
Можно назад чуть-чуть? Бипа-бипа, бомжара ленива. Самая козырная басяцкая. Спасибо! Вот и все. Круто было.